Друзья, привет! Я хочу подготовить видеоролик, сравнительный обзор, что же выбрать для замены уставшей батареи в своем лифе. Да, ну, под выбор попадает, получается, бэушки, там утопленники, сороковка, вот, и наше решение. И так как у меня другая электрохимия, у нее ресурс значительно больше, я хочу это в сравнительных, так сказать, таблицах, ну, в общем-то, в простом варианте исполнения показать. Но мне не хватает данных, а именно каких. Пришлите, пожалуйста, свой State of Health и тот пробег, который вы сделали, параллельно количество медленных и быстрых зарядок. Думаю, это будет достаточно. Можно еще написать год выпуска машины, например, там, Азео 14 года, 30-ка, пробег такой-то, сох такой-то, зарядок столько-то, столько-то. Это для меня будет некая такая статистическая информация, я ее потом сведу и покажу, в общем-то, на цифрах, какое решение лучше, в том числе там по цене, по качеству, по гарантиям, по дальности хода, по ресурсу в годах и прочее, прочее. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях эту информацию, она мне очень-очень поможет, и именно на основании ее я сделаю вот этот сравнительный обзор, а что же выбрать, чтобы поменять уставшую у себя батарею. Спасибо, парни.